Итак, добро пожаловать на наш очередной вебинар. Вот. Не успела толком еще доделать большое ТО, а у меня уже засветилась на экране мясорубка. Но это отдельная тема. Мясорубка ссылается на маленький электронасос системы охлаждения, потому что он типа не включается. Ладно, это мы потом проверим. И наебнулся насос омывателя. Жужжит, но не поливает. Ни наперед, ни назад. Соответственно, приехал я к Евгению, пожаловался на свою машину. Сейчас мы будем это дело исправлять. Вот. Так, для этого нам надо отдербанить подкрылок для замены моторчика и пробраться туда поглубже. Слушай, а может, кстати, и ту херню увидим с тобой? Электрический этот насосик маленький. Может быть. Так, ладно. Сейчас открутим подкрылок, потом засветим кадр. На место хватит? Вот. Мы почти добрались. Вон он стоит, под люка. Вот он там стоит. Ну что, будешь извлекать? Да. Сейчас. Чуть тебя подержать? Да. Сейчас будем извлекать моторчик, а потом мы его препарируем молотком. И посмотрим, что с ним. Тебе мог бы вода или что залито? Вода. Ну там 2 литра осталось. Ливанет? Ливанет, конечно. Ну а тебе сейчас пока новый дам сразу моторчик. Готовлю, точнее. Вот так он снимается. Вот. Все, вот так он затыкается. А этот пойдет сейчас на опыты. Этот пойдет на опыты. Ну, опыты будут произведены такие простейшие. Молоток и асфальт. Вот, что-то в нем отъебнулось такое, да? Или в тисках его раздаем, Жень? А? Или в тисках его раздаем? Можно разобрать. А? Можно разобрать. А его можно разобрать? Да. А, ну тогда мы его разберем, мы его не будем молотком плющить. Моторчик у нас... Ой. Вот такой. ВВАГ, бла-бла-бла, тра-ля-ля. Фебевские, кстати, моторы тоже такого плана, с таким же идут рассекателем. Временем. Я тебе не мешаю? Временем мы защелкиваем назад новый моторчик. Попробуй. Да. Сейчас попробуем. Ой. О! И хуярит лучше, чем прежний. О! И назад льет. Отлично. Спасибо тебе, мудрейший Евгений. Кого? Старый вот. А сейчас мы пойдем препарировать. Ну, подожди, не ебашь его, дай его сначала это сфотаю один раз, а потом мы его разберем. Будем его разбирать. Разлучать с мозгом. Может, молоточком? А нет. Так, что там было? Так, вот это вот очередной танк. Как он называется? Что, насос молотого? Нет, я понимаю, что это насос умыватель, моторчик этой игрушечной машинки. А что ты показал, вал перекосил или подшипник сложился? Видишь, сгорел. Оплавился весь. А, все, теперь вижу. Я еще под углом и свечу, и... Ну давай мы его... Ну подожди, а он же крутится. И что? То есть шубу не надо молотком расколбашивать, да? Шуба еще целая.
Вот. Вот какая хуйня бывает. Вот такой вот в танк. Не кисло он сгорел. Да. А почему он так отгорел? Олдтаймер, заложенный Фольксвагеном. Давай его оттуда выковырим. Или не получится. Кого? Моторчик из шубы. А, отсюда? Да. Теоретически можно. Вот сейчас Евген нам его достанет. Мы его... Он просто грелся, может припаяться. Может там молоточком? Или не надо себе? Припаяться. О! Теперь мы достали моторчик. То есть вот этот насос, вот, получается сам, он да. Целый, да? Во. Насос целый. Блин, кто мне постоянно звонит? А моторчику пришел полный в танк. Ну да, воняет вообще кошмар. А моторчик чей? Made in. Блин, вода вроде сюда в него никогда не попадала. И... Вот. Я его извлек. Вот такой вот он внутри. Ну да. Полный в танк. Так что вот так вот. Поменяли моторчик. Стеклоомывателя. Ну да. Так, ну это сам насос, который должен быть живой. Вот его мы отмочим дома в антинакипение. И... А, фигушки, вот он сальник. Блин, воняет пиздец, как будто катушку проводов сожгли. Вот он сальник. Вот он и протекал. Мне кажется, это какой-то... Сколько раз уже меня? А вот это вот туда. Чего? Хуйня. Где? Это такая скоба, что ли? Или это, наверное, оправа? Так, вот такой у нас моторчик. Сгоревший. Да, без него вообще. Мы сделаем памятное фото. И выкинем его в ад. Выкинем его в ад. Жень, знаешь что, там сальник, скорее всего, вот этот уплотнительная прокладка, которая стояла на валу. Вот здесь она просифонила и все. Вот как-то так это все выглядит. Естественно, здесь уже ничего не разберешь, не смажешь, не промоешь, назад не поставишь. Ну все. Всем пока. Спасибо, что смотрели наш очередной вебинар. С вами был Сидкэт и Евгений. Подожди, я сфотаю его сейчас, потом будем его дербанить. Клади-ка я сейчас вместе сфотаю. Маленькие щелочки. Малюсенькие, да. Кстати, щеточки-то вон они еще, живые почти, почти живые.